Aleluia! Isus Hristos este țar! Varșava, Isus Hristos este țar! Isus Hristos este țar! Isus Hristos știu tibia! Aleluia! Isus Hristos tibia știu! Он живой! Иисус Христос живой, Он тебя ждет. Когда ты придешь к Нему, осознаешь свои грехи. Иисус Христос ждет тебя и говорит: я люблю тебя, я пошел за тебя на Голгофский крест. И я хочу тебя любить, ждать. Драгоценный Бог, во имя Иисуса Христа я молюсь на этом месте. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты прямо сейчас прикасаешься к людям. Я говорю вам, демоны, именем Иисуса Христа, будьте прокляты! Сатана, ты проклят и поражен! Я говорю, что Иисус Христос победитель! Я говорю, что Иисус Христос царь! И я постанавливаю на этом месте авторитет Иисуса Христа! Всякому демону подлому я закрываю рот прямо сейчас. Подлые демоны, закройте свою пасть. И я благодарю Тебя, Господи, что Ты прикасаешься к людям, что Ты обличаешь их во грехе. И я благодарю Тебя, Господи, что Ты дал свое Слово Божье, Библию, где каждый человек может познать заповеди. Ты читаешь Библию, ответь себе на вопрос. Если ты не знаешь Библию, ты не знаешь Бога. Бог дал свои законы и заповеди. Особенно в Новом Завете. Иисус Христос исполнил закон. Никакой пророк тебя не приведет в рай. Никакой Будда не приведет тебя в рай. Никакой Магомед. Иисус Христос есть ответ. Иисус Христос есть единственная дверь на небеса. Иисус Христос ждет тебя. Приди сегодня домой, скажи: Иисус Христос, что этот человек сегодня говорил мне? Если ты живой Бог и не религия, и не икона, и не свечка, Иисус Христос, откройся мне, как мощный и сильный Бог. Иисус Христос есть мощный и сильный Бог! Иисус Христос есть мощный и сильный Бог! Иисус Христос – единственная дверь в рай! Иисус Христос простил все твои грехи! Иисус Христос помиловал тебя на кресте! Иисус Христос умирал за тебя! Иисус Христос всегда был рядом! Когда тебе было тяжело, Иисус Христос рядом. Когда тебе трудно, Иисус Христос рядом. Иисус Христос всегда тебя ждет. Иисус Христос может дать тебе свободу от наркотиков. Иисус Христос может дать тебе свободу от блуда. Иисус Христос может освободить тебя. Иисус Христос может тебя освободить. Если ты устал от блуда, если ты устал от наркотиков, если ты больной, если у тебя рак, если у тебя СПИД, Иисус Христос может тебя исцелить. Иисус Христос бесплатно может тебя исцелить. Иисус Христос есть царь. Иисус Христос ответ. Иисус Христос победил депрессию. Иисус Христос воскрес, Он мощный Бог. Он не просто свечка или икона. Иисус Христос есть мощный Бог. Он живой. Приди сегодня домой. Скажи: Иисус Христос, я хочу тебя узнать. Скажи: Иисус Христос, я хочу тебя узнать. Поговори с Богом сегодня. Помолись Богу сегодня. Скажи: Господи, я славлю Тебя, я превозношу Твое святое имя.
Поклонись Иисусу Христу! Я славлю Тебя, Господь, на этом месте! Я благословляю нашу церковь! Я благословляю всю нашу спульноту! Я благословляю Костел Моци! Я благословляю нашего пастыря! Артура Циронского! Благословляю! Благословляю нашу службу! Я благословляю нашу службу! Я благословляю каждого человека на этом месте! Я благословляю ваши дома! Я благословляю ваши семьи! Я благословляю вас! Иисус Христос ждет тебя! Пусть это слово, оно играет в твоем сердце всю жизнь! Иисус Христос, ответ! Бог любит тебя! Дьявол есть! Дьявол обманывает людей! Дьявол обманывает людей! Иисус Христос тебя может освободить! Не верь в ложь сатаны! Я благодарю тебя, Господи, что твоя сила на этом месте! Иисус Христос сильный! Иисус Христос чемпион! Иисус Христос чемпион! Он сильный! Слава тебе, Господь! Аминь!